Рисунок, живопись, композиция. Выставку своих учеников Art Power преподаватель Щелковской детской художественной школы Олег Чернуха готовил в течение нескольких лет. В результате даже выставочный зал учреждения не смог уместить всю экспозицию. Многие работы представлены в холле учреждения. Плановость выставки немного расширилась в плане того, что рисунок, живопись и композиция становятся как единым целым, а не как отдельный предмет. Вот, это новизна, наверное, вот в детской художественной школе. Многие ученики Олега Чернухи выбрали изобразительное искусство делом жизни, поступили в профессиональные высшие учебные заведения и училища. Работы, представленные на выставке, они создавали, будучи воспитанниками детской художественной школы. Стараемся не только им заниматься, значит, изучением рисунка, живописи, композиции, но мы также стараемся, я, по крайней мере, стараюсь именно детям объяснять на то, чтобы их посещение в детской художественной школе не было бесполезным. Ребята, которые находятся, они не случайно, они все, в принципе, поступили в учебные заведения. Это говорит достаточно о высоком результате. Немало работ воспитанники Олега Чернухи создали и во время пандемии, будучи на отдаленном обучении, когда не было непосредственного контакта с преподавателем. Это стало новым опытом взаимодействия ученика и учителя. Оценить выставку Art Power преподаватели и учащиеся художественной школы смогут в течение нескольких месяцев. Экспозиция станет постоянной. Также работы будут представлены на сайте Щелковской художественной школы и доступны для всех ценителей изобразительного искусства. Анна Балиет, Валерий Жиглей, Щелковская телевидение.